Игра «Кулачок-парничок». В этой игре ведущий показывает, что растет в парнике, а остальные угадывают. Например, лучок или помидорки. Ну, здесь вы можете придумывать разнообразные варианты сами. А стишок такой. Это вам не кулачок, это теплый парничок. Собираем урожай, что растет там, угадай. Это вам не кулачок, это теплый парничок. Собираем урожай, что растет там, угадай. Лук! Я тебе сказал лук. Здорово. Классно. Это вам не кулачок, это теплый парничок. Собираем урожай. Что растет там? Угадай. Капуста! Капуста!